Большая часть разработок конструкторского бюро при ВУЗе – образцы сельхозтехники. Вот, например, машина, которая обрабатывает почву между деревьями и кустарниками. Она на ручном управлении. Никита Раззамазов под направлением руководителя студенческого конструкторского бюро Сергея Сороченко и других техников участвовал в создании прототипа машины. Испытать в полевых условиях предстоит уже модернизированную модель. Осталось лишь закончить ее сборку. Управление идет дистанционно. В нашей конструкции предусмотрено наличие джойстика. Он содержит возможность перемещения влево-вправо, как раз для перемещения модуля влево-вправо, соответственно, и также кнопку для сведения и разведения рабочих органов. Молодые техники сегодня не только воплощают авторские разработки с нуля, но и с помощью 3D-сканера создают дефицитные импортные запчасти. К примеру, вот этот изолятор для высоковольтных электрокабелей взамен лопнувшей немецкой детали. Нам передали образец, да, то есть оригинал. Мы, соответственно, его с помощью ручного лазерного сканера отсканировали, то есть получили его трехмерную модель. Дальше, соответственно, по скану восстановили. Все оригинальные разработки патентуют. Предприятия-партнеры, их более десятка, помогают изобретениям будущих инженеров выйти на рынок. У нас все эти крупные предприятия, там «Алмаз» и так далее, они все-таки нацелены на то, что это огромные сеялки, веялки и так далее. А вот эта малая механизация, ее просто не занимаются, ее нет. Поэтому ниша-то она свободная, и это в этом-то интересно. Современные разработки, а также возможность перспективной молодежи реализовывать свой потенциал в родном регионе оценил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ребята здесь, в стенах университета, получают опыт исследовательской работы. Их идеи и предложения сразу попадают в производство. И таким образом ребята, по сути, включаются в актуальную повестку вот решения тех задач, которые актуальны сегодня для нашей промышленности, для нашей страны в целом. Кстати, многие молодые ученые по своим разработкам защищают кандидатскую работу в аспирантуре и обучение продолжают в техническом вузе. Ведь здесь есть все для этого – грамотные наставники и собственное студенческое конструкторское бюро. Елена Кузовкина, Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.